Что вы знаете о Нобелевской премии? Что это престижная награда за научные достижения и изобретения? А знаете ли вы, что Нобелевская премия является ключом в новый мир? Основателем премии является Альфред Нобель, который изначально известен как убийца миллионов людей. Ведь именно он создал динамит. После того, как его начали преследовать, он попытался скрыться. Поэтому начал скитаться по всему миру. Позже в его личном дневнике были обнаружены странные записи о древнем подземном городе. Вероятнее всего, это была Атлантида. Найденные там предметы были непонятного внеземного происхождения, и он не мог самостоятельно разобраться, как они работают. Но кто мог бы ему с этим помочь, если не лучшие умы современности? И как же их найти? Конечно, устроить соревнования и пообещать вознаграждение в 1 миллион долларов за самые выдающиеся способности. И вот уже на протяжении 121 года лучшие умы человечества собираются для того, чтобы разгадать эти тайны. Хочешь больше роликов? Тогда подпишись на канал. А пока узнай правду о Кока-Коле и корпорации Google.